Как легко соблазнить девушку? Нужно правильно выбрать девушку для соблазнения. Здравствуйте! Приветствую вас на канале Доктор Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг вы можете купить через интернет. А сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже» и рассказать вам, как быстро и легко соблазнить девушку. Но! А также, как правильно выбрать девушку для соблазнения. Ваш выбор определяет окончательный результат. Ведь возможно, у вас сложатся супружеские отношения, и если вы сделали неправильный выбор, то и ваша жизнь может превратиться в не самую лучшую череду событий. Как поступает большинство мужчин? Выбирается объект для соблазнения и включаются все ресурсы для получения результата. Но если вы увидите у девушки один очень важный признак, я бы советовал вам не к девушке стремиться, а от такой девушки стремиться. Потому как с наибольшей вероятностью вы в вежливой форме, а если будете очень настойчивы, то и в другой форме, услышите, что девушке, мягко выражаясь, не до вас. У нее плохое настроение, вы его улучшить не способны. У нее болит голова. И другие есть отговорки, по которым вы потерпите неудачу. Но! Если же девушка вам очень понравилась, то помочь ее соблазнить могу вам я. Первый полезный совет диетолога. Записывайте ее ко мне на прием. Выясняем причины, которые привели к появлению этого очень важного и опасного для здоровья и жизни этой девушки признака. И устраняем его. А соблазняете вы ее дальше уже самостоятельно. Я разделяю ваш выбор. Выбранная вами девушка имеет активную жизненную позицию. Но! Ее образ жизни до встречи с вами привел к не самому лучшему уровню здоровья, о чем говорит этот признак. И вы, конечно, можете, приложив титанические усилия, добиться согласия, даже создать семью. Но! С наибольшей вероятностью разговоры о плохой погоде, о головной боли, о плохом настроении, о плохом отношении окружающей действительности к девушке, к семье, к чему угодно, вы будете слышать на протяжении всей своей супружеской жизни. Полезный совет диетолога. Поэтому выбор делаете вы. Будете соблазнять самостоятельно либо с моей помощью. Результат получите тот, который получите. Если, рассматривая девушку, вы этот очень важный признак не обнаружили? Прекрасно! Полезный совет диетолога. Легко соблазнить девушку, не имеющую этот очень важный признак. Девушки любого возраста, от 18 лет и до бесконечности, могут либо иметь этот признак, либо его не иметь. Третьего не дано. Если у девушки есть этот признак, она, сохраняя свою жизнь, будет сопротивляться вам до последней возможности. Хочу напомнить старый анекдот. Сидит компания за столом, и тост. Девушки-лингвисты пьют до потери дара речи. Девушки-медики пьют до потери сознания. Это не лучший вариант для соблазнения. Так выпьем же за девушек-физиков, которые пьют до потери сопротивления. Вот если у девушки нет этого важного признака, она не готова как минимум вам сопротивляться, а значит, будут выслушаны ваши аргументы. И с наибольшей вероятностью эту девушку у вас получится легко соблазнить. И что же это за важный признак, который поможет вам легко соблазнить любую девушку, его не имеющую? Вы узнаете прямо сейчас. Этот очень важный признак, показывающий уровень здоровья девушки, а также высокий кардиологический риск при физических нагрузках, это темные круги под глазами. Иными словами, у девушки
высокая вязкость крови, и она инстинктивно избегает физических нагрузок, в том числе и занятий любовью. Именно поэтому у девушки чаще болит голова. Густая кровь не приносит к мозгу нужное количество кислорода, появилась гипоксия и головная боль, которая может уменьшиться во время прогулки на свежем воздухе, но не во время занятий любовью в помещении. У девушки будет переменчивое настроение. У девушки будут необоснованные страхи, тревоги. Иными словами, те области мозга, которые в данном случае больше недополучают кислорода, они будут создавать определенный эмоциональный фон и дискомфорт в поведении такой девушки. Именно поэтому она с наибольшей вероятностью откажет вам. А если вы все же одержите победу, то на протяжении супружеской жизни вы будете знать все нюансы, связанные с головной болью, с плохим настроением вместо занятий любовью. Полезный совет диетолога. Поэтому, прежде чем соблазнить девушку, учтите полезный совет диетолога. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Полезный совет диетолога для девушек с темными кругами под глазами. Вам нужно успеть вылечить вегетососудистую дистонию. Контакты вы видите.